Приветствую вас. Я думаю, что, знаете, вот решение о том, что вам делать, необходимо принимать только вам. То есть это означает, что либо разводиться, либо действовать в обход запретов мужа. По сути, это абсолютно равноправные варианты развития событий. То есть у вас есть выбор, и то, что есть выбор, это хорошо. Я думаю, что желательно вам, желательно для вас определиться для начала с тем, значит, стоит ли эта проблема того, чтобы разводиться. То есть определенно вы говорите о том, что вас, вас абсолютно устраивает все, что вас абсолютно устраивает все, что есть у вас в других сферах отношений, да, но при этом не устраивает то, что есть в этой сфере. И как бы люди разные, и это нормально, что люди разные. Это нормально, что у каждого свой взгляд, у каждого свой подход к ситуации, у каждого свое видение, видение ее. Это абсолютно нормально. Нужно понимать, что развестись вам в любом случае будет ну, легко. Потому что вряд ли мужчина будет прям так уж слишком сильно противиться тому, чтобы вы развелись. А вот я, конечно, не знаю, может быть, и ошибаюсь, но мне почему-то кажется так, что он не будет особо противиться вашему разводу, тем более, если понимает, что вы не удовлетворены текущей жизнью. И, судя по всему, он не хочет... он не хочет что-то менять. Это его право. Поэтому, вы знаете, если бы у вас во всех сферах проблемы были бы, тогда можно элементарно подумать о том, чтобы подвести. Если проблема только в одной сфере, то объективно, может быть, имеет смысл вам подождать, и объективно имеет смысл подумать о том, собственно говоря, можно ли наладить отношения, можно ли наладить взаимодействие между вами. И тогда я думаю, что если вы попробуете жить по своему уму, если вы попробуете жить по своему, так, по своему внутреннему желанию и стремлению, если муж это не примет, а будет продолжать вставлять палки в колеса, вот тогда уже можно будет подумать о том, собственно говоря, чтобы развестись с ним. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос, то есть не торопиться и не спешить. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.